Привет всем! Хотел показать на городском велосипеде от Хузварны электронные управления Shimano. То есть все знакомы с этими кнопками. Ничего особенного. На 5 передач. По умолчанию стоит на 3. То есть если выключить систему питания, оно переключится на 3. Но интересно то, что здесь не звезды стоят, а внутренняя система от Shimano. Inter 5 стоит. И интересно не только то, что переключается с кнопки, а то, что если раскрутить колесо, я на нем ездил, у него как коробка автомат. То есть если крутишь сильнее, он тут же переключается сам. Это очень необычный, очень интересно. Считаю, для городского режима это идеальный вариант. Вообще, это один из самых идеальных вариантов велосипеда электрических. Единственное, что вместо цепи еще и бы ремень. Тогда этой цены не было бы, не надо ничего обслуживать. Ездит он несколько лет. От Shimano мотор, все надежное. Так что вот такая система еще есть интересная, электронная. Может, даже эти заморочки и не нужны. Обычный Shift-переключатель на 8 скоростей. Тоже очень хороший. Ну, всем хорошего дня!